Всем привет, это первый выпуск истории легенд, поехали! Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в подмосковном городе Видное. В 4-летнем возрасте отец отдал Игоря в футбольную школу ЦСКА. Вместо воротах Игорь занял на второй тренировке. Первым тренером молодого футболиста стал Дезидерий Федорович Ковач. В составе юношеской команды ЦСКА Игорь Акинфеев в 2002 году стал чемпионом России. В этом же году Акинфеев окончил свою футбольную академию ЦСКА и заключил контракт с армейской командой. В июле он был заявлен за клуб и провел в сезоне 2002 года 10 матчей за дубль ЦСКА, в которых пропустил 14 голов. По итогам чемпионата дублеров его команда заняла 11 место. В межсезонье 2002-2003 года Акинфеев проходил предсезонные сборы с основным составом ЦСКА в Израиле, где, по мнению газеты «Советский спорт», уверенный не по своим годам зрелой игрой, произвел фурор и выглядел сильнее Мандрыкина. Свой первый матч на взрослом уровне провел 29 марта 2003 года в 1/8 финала Кубка РФПЛ против петербургского «Зенита». Он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Комаренко и отыграл свой отрезок на ноль, продемонстрировав хладнокровие и хорошую реакцию. В премьер-лиге Игорь дебютировал 31 мая, где ЦСКА на выезде встречался с самарскими крыльями и выиграл 2-0, а сам Игорь отразил пенальти на последних минутах встречи от лидера клуба Андрея Коряки. По итогам встречи Акинфеев был признан лучшим игроком матча и всего чемпионата 2003. Провел Игорь 11 матчей, которых пропустил 11 мячей. По итогам соревнований ЦСКА впервые в своей клубной истории стал чемпионом России. Для Акинфеева золотые медали чемпионата России 2003 стали первым достижением во взрослом футболе. После первой игры за основной состав ЦСКА в чемпионате России был вызван в главную сборную страны. Однако в 2003 году он за основную команду России так и не сыграл. 5 сентября Игорь Акинфеев дебютировал за олимпийскую сборную в матче против Ирландии. Матч закончился счетом 2-0 в пользу ирландцев. Всего за олимпийскую сборную Игорь провел 2 матча. Во втором против сборной Швейцарии россияне уступили 2-1. В новом сезоне Игорь стал твердым игроком основы. Всего в сезоне 2004 Игорь Акинфеев провел в чемпионате 26 матчей, в которых пропустил 15 мячей. По итогам сезона ЦСКА завоевал серебряные медали первенства, а также Игорь был признан лучшим вратарем и вошел в число 33 лучших под номером 3, и был признан лучшим молодым вратарем по версии телеканала Fox Sport. Свой первый матч за основную сборную Игорь провел 28 апреля в возрасте 18 лет и 20 дней против сборной Норвегии. Таким образом, Игорь стал самым молодым дебютантом сборной России за всю историю. В 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. После выступления Акинфеева в групповом турнире Лиги Чемпионов 2006-2007, в котором вратарю удалось 362 минуты не пропускать голов, Игоря стали считать одним из самых перспективных вратарей. Его часто сравнивали с Львом Яшиным. 6 мая 2007 года в матче 8-го тура против Ростова Игорь получил травму, борясь за верховой матч, мяч штрафной. Он неудачно приземлился и порвал крестообразные связки колена. 22 мая 2011 года Игорь завоевал с ЦСКА свой 5-й Кубок России. В полуфинале после матчевых пенальти против Спартака отразил удар Дмитрия Камбарова, тем самым привел свою команду к победе. 28 августа на 28 минуте матча 22-го тура чемпионата России против московского Спартака Игорь Акинфеев получил полный разрыв передней крестообразной связки левого колена, которое было прооперировано в 2007 году. 7 сентября он перенес операцию в немецкой клинике. 4 февраля 2012 года Игорь приступил к тренировкам по индивидуальной программе. С 11 марта Игорь Акинфеев приступил к полноценной тренировочной работе в общей группе. Он полетел с командой в Мадрид на ответный матч с Реалом в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако в заявку не попал. Впервые после травмы вышел на поле 14 апреля в матче с «Зенитом», в котором ЦСКА проиграл 0-2. 2 сентября 2012 года в 7-м туре чемпионата России в гостевой игре против Краснодара провел свой юбилейный 100-й сухой матч в российской премьер-лиге. Матч 28-го тура против московского «Локомотива» стал для Игоря 250-м чемпионатом России. В сезоне 2012-2013 Игорь четвертый раз стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка.
13 июля 2013 года Игорь завоевал с ЦСКА свой 5-й Суперкубок России, обыграв «Зенит» со счетом 3-0. Первый сухой матч в чемпионате России провел в четвертом туре 4 августа 2013 года в гостевом матче против «Рубина». Матч закончился со счетом 0-0. 11 мая 2014 года Игорь отыграл на ноль свой 203-й матч в карьере и догнал по этому показателю легендарного советского вратаря Льва Яшина. А 15 мая, не пропустив ни единого гола в матче 30-го тура против «Локомотива», перегнал Яшина. В тот же день стал 5-кратным чемпионом России. Новый сезон начался для Игоря с завоевания Суперкубка, который ЦСКА выиграл в матче против Ростова. 13 августа в игре против Терека Акинфеев стал рекордсменом по количеству проведенных матчей в чемпионате России за ЦСКА. 283 матча провел Игорь, опередив Сергея Симака. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.